சவிது வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோ யோ ந ப்ரசோதயாத். Открой свое сердце шире и шире. Позволь всем окружающим тебя людям ощутить твою любовь. Думай, свобода означает, что можно любить. Кто не может любить, тот не свободен, как бы он ни чувствовал и не утверждал противоположное. Любовь делает тебя живучим. Любовь дает силу. Любовь тебе дает всемогущество, которое тебе принадлежит. Без любви ты неподвижен, затемнен, холоден, бренен. С любовью ты вливаешься в себя. Любовь течет через тебя, через все, что ты любишь. Любовь – дыхание Бога. Любовь есть Бог. Бог есть любовь. Любовь, которую ты чувствуешь к другим, любовь, которая как огромная сила притягивает тебя к твоему партнеру, есть только отражение любви Бога. Представь, как сильно ты чувствуешь себя притянутым к некоторым людям, как крепка твоя любовь к отдельным людям была и есть. И пойми, что это только ничтожная частица божественной любви. Вспомни, каким счастливым ты чувствуешь себя, когда на твою любовь отвечают, но это счастье только крошка в бесконечном блаженстве Бога. Любовь Бога неизмеримо большая, всеохватывающая, дающая блаженство. Поэтому люби больше и больше, открывайся шире и шире этой всеохватывающей любви, и ты почувствуешь, что любовь – это то, что ты всегда искал, неограниченное блаженство. Для человека типично, что он всегда чувствует себя одиноким и беззащитным. Это зависит от его образа мышления и от того, что он так мало видит. Многие люди вообще не понимают, насколько они одарены, и что каждый дар – это чудо. Но вы много чего не оцениваете из-за того, что просто этого не видите и не понимаете. Каждую жизнь сопровождают неисчислимые чудеса. Снова и снова вмешиваются силы небесные, чтобы защитить твою жизнь, предотвратить грозящую тебе опасность, чтобы спасти от угрожающих ситуаций. Иногда это может происходить несколько раз в день. А ты бы хоть что-то из этого заметил. Поэтому меняй свое направление. И если в твоей жизни происходит что-то такое, что тебя угнетает или ранит, то не придавай этому большого значения. Но прими это как возможность подумать, как часто ты был убережен, и кто тебя всегда, всегда охраняет. Я понимаю твою проблему. Ты не можешь поверить, потому что ты не знаешь. И ты не знаешь, потому что ты не веришь. Ты пробуешь выбраться из этого кажущегося непреодолимым круга таким образом, что бросаешься в науку и с ее помощью хочешь все охватить, доказать, понять. Но это бессмысленная смелость. Как ты хочешь из ничтожного понять более полное? Как может видящий яйцо, но никогда не видевший курицу, из яйца понять курицу? Вместо того, чтобы ломать голову, отпусти все это. Начни с того, что иногда проси Бога. Совершенно определенно, я тебе отвечу.
Пробуй каждый день все более полагаться на то, что я здесь для твоей пользы. Я действительно здесь для этого. Из многих жизней у тебя есть данное мною слово. Почему ты никогда этого не требуешь? Почему ты меня не проверяешь? Обдумай еще кое-что. У нас очень похожие цели. Цель твоей жизни – учиться упованию. Моя задача – тебе помочь. И, наконец, еще кое-что. Я это задание выбрал по своей свободной воле. И я вас люблю. Ваше представление о зле, как о негативном, в большинстве случаев неполное, если сказать неверное. Я вам указываю постоянно думать, видеть, слушать и говорить хорошее. Выполняйте эти мои указания, потому что они дадут вам как мирскую, так и духовную силу. Но что тебе делать с негативным? В первую очередь, тебе нужно признать, что зло само по себе не существует. Все – Бог. Только твое направление мышления обуславливает, хорошо это или плохо. Представь, что у тебя есть злые мысли. Ты можешь эти мысли лелеять и даже веселиться от них. Такие действия совершенно определенно, рано или поздно тебе принесут потери. Ты можешь отрицательные мысли отогнать, но это может привести к подавленности. Лучше всего, если ты с ними обойдешься честно и откровенно, и используешь их как ориентир пути. Исследуй, как они появились, где прячутся их корни и как далеко они тянутся. Точно определи корень и вырви его полностью. В этом глубокое значение моего выражения, что злые мысли нужно вырвать с корнем. И если ты так поступаешь, ты доказываешь истину, что все в твоих руках, что ты творец своей судьбы, и ты ни с чем злым не столкнешься и никому не сможешь навредить, если ты знаешь свою настоящую ценность. Это и есть цель всего знания. Будь внимателен с деньгами. Деньги приходят и уходят. Напротив, мудрость приходит и растет. Есть 5 форм, в каких может проявиться твое отношение к деньгам и Богу. Первое. Ты живешь в мире, и у тебя нет денег. Второе. Ты живешь в мире, и у тебя есть деньги. Третье. Ты отворачиваешься от мира и обращаешься к Богу, и теряешь деньги. Четвертое. Ты обращаешься к Богу и получаешь деньги. Пятое. Ты обращаешься к Богу и не получаешь больше денег. Поверхностно наблюдая, кажется, что нет никакой большой разницы между путем в миру за деньгами и дорогой к Богу. Но вглядываясь более глубоко, ты признаешь, что в основном все совсем иначе. Если ты в мире, то ты есть для денег, а не деньги для тебя. Поэтому часто происходят перемены, когда Бог тебя приводит на грань краха, чтобы ты одумался и стал свободным. Если это соответствует твоей карме и является полезным для твоего развития, в какой-то более поздний период времени Бог тебя благословляет деньгами, после того, как Он уверен, что твое отношение к деньгам изменилось. Заметь, что ты никогда в мире не можешь быть удачлив длительное время, как бы так ни казалось. Поэтому в своей шкале ценностей всегда соблюдай такую последовательность. На первом месте – Бог. На втором – твой партнер и твои дети. На третьем – твое занятие. На четвертом – твои доходы.
никогда не меняй эту последовательность, потому что без Бога в твоем сердце деньги – яд, который медленно съедает твою душу. Заметь это сам, хоть немного. Нет мстительного Бога, нет злого Бога, есть только я, и я полон любви и милосердия. Я так устроил мир, что ни один не пропадет, какими бы плохими ни были его действия. Последствиями своих действий он будет очищен, а рано или поздно он признает, что есть только одна дорога, дорога любви. Поэтому на самом деле нет также негативной кармы. Просто ты в своей жизни соприкоснулся с последствиями своих прежних действий, которые учат тебя тому, чему тебе надо научиться. Так называемая негативная карма – это как отметка в школе, которая показывает, как много ты знаешь и можешь применить на практике. Поэтому если внимательно посмотреть, есть только одна дорога, и она ведет через божественную любовь. Эта дорога тебя делает свободным. Проходи ее осознанно, и ты уже не будешь привязан к миру. Ты станешь еще ближе ко мне. Это то, что ты искал. Это есть бесконечное счастье, которое в мире ты не мог найти. Я есть это счастье. Все остальное – только дорога к этому. Ко мне приходят искать помощи несчитанное множество людей. При этом искать помощи для некоторых – неверное определение. Они не ищут помощи, они скорее ищут кого-то, кто им помог бы в столь большой мере, что все для них сделал, решил все проблемы, все трудности взял на себя. Но моя задача – помочь вам так, чтобы вы сами себе помогли. Я не являюсь магазином самообслуживания для лентяев, либо для тех, кто без больших затрат хочет достичь цели. Я тебе предлагаю самую высокую цель – сат-чит-ананду, бытие, сознание, блаженство. А что тебе нужно мне предложить? Дисциплина, усердие, вера, нравственность, любовь и доверие. Если ты это все практикуешь, полагаешься на меня, еще в этой жизни ты можешь достичь самой высокой цели. Все в твоих руках, но ничто, само собой, не упадет тебе в руки. Многим врачам, ученым и производствам, например, химическому и фармацевтическому, нужно приготовиться к моему гневу. Когда я говорю о демонах нашего времени, я имею в виду также и их. Многие из них жестоко переступают через страдания других людей. Главное для них – умножить свою прибыль и расширить свою власть. Такие действия – тупик без выхода и будущего. Жестокосердие и грубость должны закончиться. И это закончится. Я пришел, чтобы помочь слабым и беспомощным. Я всегда выполняю свое намерение и свое слово. Сейчас человек человека использует в столь большой мере, что это превышает допустимое. И в дальнейшем это недопустимо. Мое намерение и моя воля во всем мире распространять любовь, готовность помогать и духовное знание. Для институтов, которые используют страдания людей, чтобы получить прибыль, есть только две возможности. Или они отдумаются, или погибнут. Исключительно осуждаемым я полагаю то, что в процесс использования втянуты также врачи. И это показывает, как глубоко опустилось человеческое общество в общей сложности. Я пришел, чтобы всем дать больше возможностей обдумать,
Поэтому существует милость, чтобы вы эти возможности имели бы. Но некоторые стали столь слепыми, что единственно опыт может их изменить. Этим объясняется мудрое выражение: «Слепому карма дарит свет очей». Всему свое время. Есть время, когда ты должен быть активен, и есть время, когда тебе нужно оставаться в покое. Есть время, когда тебе нужно идти, и есть время, когда нужно сидеть. Точно так же с учебой и деятельностью, разговором и молчанием, едой и постом. Настоящая середина – это дхарма, суть жизни. Мудрец знает все, он вживается в явление, потому что знает сам себя. Мудрец умный, потому что он умеет как ожидать, так и молчать. Он заинтересованно наблюдает дела вокруг себя. И только тогда, когда он знает, что пришел нужный момент, он действует. Это секрет его успехов. Учись терпению. Не действуй из-за того, что уже не можешь больше ждать. О том, что у тебя нет терпения, ты можешь узнать, потому что с одной стороны ты много говоришь, а с другой стороны молчишь тогда, когда нужно говорить. Учись поститься. Пост относится не только к непринятию в себя пищи. Пост – это очистка и укрепление в связи с несъеденной пищей, потому что именно с едой ты принимаешь много энергии, которые в тебе вызывают напряжение и беспокойство. А это не самые хорошие предпосылки, чтобы научиться терпению. Если тебе нужно решить что-то сделать, присядь, проси внутреннего руководства и полностью представь ситуацию, в которую хочешь включиться. Представь, как все будет происходить. Преподнеси это Богу. Наверное, в первый раз тебе не удастся полностью уложиться в ход дела. Упражняйся снова и снова, старайся открыть свои ошибки. Найди подходящий момент для себя и для своего окружения. Включайся в поток событий, и тебе будет сопутствовать удача. Ваша жизнь столь сильно насыщена агрессией, что вы вообще уже не думаете о том, насколько опасно чувство агрессии. Кроме того, агрессия распространена почти так же, как и воздух для дыхания. Это недвусмысленный знак того, насколько низко опустилась ваша культура, мораль и этика. За это катастрофическое развитие я возлагаю ответственность главным образом на кино и телевидение. Производители фильмов хотят делать деньги. А как легче всего делать деньги? Угождая животным тенденциям в людях. Поэтому недостойное сексуальное поведение и ужасная агрессивность считаются подходящими темами в обществе. Это негативное развитие было столь ловко направляемо, что мало кто заметил, в какой большой мере была засорена его душа и в какой опасный путь он отправился. Если тебе свойственна большая агрессивность, поработай, чтобы от нее избавиться, и она потеряла бы над тобой власть. Но всегда имей в виду, что твоей целью должно быть жить полностью без агрессии, в мире с собой, а значит и со своими близкими, и всеми, кто тебя окружает. Увидь и чествуй Бога во всем и во всех, повторяй Его имя, и ты заметишь, как переменится твоя жизнь, как в тебя входит счастье и мир, и ты все более можешь ощущать единство со всем творением. Это милость, это наполнение твоей жизни, которое ты так долго искал в других местах.
ты недоволен тем, что в мире столько страданий. Часто ты себя спрашиваешь, как я так создал мир, что в нем столько страдания? Ты страдания понимаешь неверно. В первую очередь страдания нужны, чтобы ты рос. Без страданий нет роста. Люди считают удачу, которую они находят во внешнем мире, своим другом. Им надо бы к этому отнестись более критически. Много счастья во внешнем мире делают человека ленивым, эгоистичным и тупым. Страдания открывают сердце и обучают тебя смирению и почтению. И еще кое-что. Страдания всегда появляются там, где нет любви. Кто страдает, тому надо чему-то научиться, ведь смысл жизни – учиться любить. У жизни иного смысла нет. Любовь есть жизнь, и жизнь есть любовь. Кто не любит, тот не живет. Страдание – это акушерка, которая нас вводит в жизнь. Знай, пусть эти слова помогают тебе понять твои страдания, но ты не должен судить других за их страдания, потому что судить означает не любить. Судить означает не жить. Летом, когда жарко, ты жаждешь найти прохладное местечко и радуешься любой прохладе. Зимой, когда холодно, и снег и лед покрывают землю, ты думаешь о летнем тепле и забываешь, как сильно ты в тот раз жаждал зимнего холодка. Я этим показываю, что это очень важное зеркало твоего поведения. Люди особенно скучают по тому, чего у них нет, и мало ценят то, что им принадлежит. Такое поведение как будто создано для того, чтобы прежде всего быть неудовлетворенным и в конце концов несчастным. Наслаждайся любым днем, считай его и все, что ты встречаешь, чудом, считай все, что происходит, как специально для тебя созданное. Будь благодарным. Быть благодарным, счастливым и удовлетворенным – это самое лучшее, что ты можешь сделать для себя, для окружающих и всего мира. Потей с наслаждением, мерзни с наслаждением, изведай то, что значит быть одному, изведай то, что значит быть в обществе, изведай то, что у тебя есть трудности. Всегда думай, что все есть Бог, что Бог тебя постоянно встречает. Понимаешь ли ты? Бог тебя встречает. Как часто мне нужно тебе это повторять, до тех пор, пока ты в это наконец поверишь. Будешь это видеть и чувствовать. Ты выбрал духовный путь и веришь, что теперь все будет идти само по себе. Это ни капли не так. В первую очередь, тебе надо учитывать, что духовный путь намного труднее мирского, но в дальнейшем он становится все проще. С мирским путем совсем наоборот. Вначале все спорится запросто, чтобы с течением времени становиться все труднее. Однако духовный путь не полностью безопасен. Тут тебя подстерегает большая опасность, а именно твое эго. Чем больше ты прогрессируешь, тем в большей опасности чувствует себя твое эго, и оно заставляет приходить на ум все, что только можно представить, чтобы отстрочить неизбежную потерю своей власти. Чем выше ты развиваешься, тем больше становится эта опасность, с которой действительно не следует шутить, и которая заставляла упасть даже самых высоких йогов. Поэтому ищи себе учителя, о котором ты знаешь, что он не только знает все подводные скалы, но и сам успешно прошел мимо них, и поэтому способен тебя проводить. Или проси руководство самого Бога.
совершенно точно он возьмет тебя за руку и проведет мимо всех подводных скал. Он самый надежный учитель, потому что сама дорога должна слушать его указания и помочь тебе осуществить его милость. Солнце заходит, день идет к концу. Это происходит каждый день. Окончание каждого дня тебе нужно еще раз употребить сознательно. Спроси себя, что тебе удалось нового пережить, чему научиться и что освоить. Тебе, например, сегодня еще раз удалось яснее понять, какое чудо твоя жизнь. Заметил ли ты, как много любви вокруг тебя? Никогда не верь плохому. Смотря на долгую перспективу, плохое вообще не имеет никакой силы. У плохого, которое ты переживаешь, есть задача дать тебе заметить, что тебе еще нужно учиться, чтобы ты мог увидеть и оценить хорошее вокруг себя. Плохое есть критерий, позволяющий тебе увидеть, как тебе живется и что тебе надо сделать. У плохого нет больших прав на существование. Итак, если с тобой происходит много негативного, то спроси себя, чему тебе надо учиться? Лучше всего учишься тем, что ты видишь, что у тебя есть, и ты этим удовлетворен. Увидь свет вокруг себя. Увидь бесконечную любовь, в которую ты завернут. Замечай это каждый день, больше и больше. И каждый день тебе откроет свой смысл и покажет тебе, какой это есть подарок. Духовность сегодня очень распространена. Я этому радуюсь. Потому что духовность – единственно возможный путь, которым идти. Но что мне не нравится, это многие тезисы, которые вообще к этому пути не относятся и просто подмешаны к духовности. О духовных вопросах имеют обыкновение говорить в столь мало дифференцированной форме, что открываются двери и ворота для недоумения. В качестве примера тут можно привести утверждение, что свою жизнь и ее условия вы сами для себя выбрали. Это неверно, потому что не вы выбираете свою жизнь, а Бог вам дарит ее в соответствии с вашей кармой. Другое недоразумение есть в утверждении, что нет ничего злого. Нет, зло является зависимым от состояния вашего сознания. Если бы ты был на высшем уровне сознания, тогда то, что сегодня ты переживаешь как зло, уже таковым не считал бы. Эта теория иногда идет еще на шаг дальше. Тогда она утверждает, что фактически не существует ничего плохого, все является только необходимыми шагами развития. Такое утверждение нужно ясно дифференцировать, иначе оно очень опасно. В первую очередь, действительно, на уровне Бога нет ничего злого. Здесь все свет, все Бог, все является одним. Но на уровне Бога нет также никакой дуальности. А человеческий мир обуславливает дуализм между «я» и «ты», между внутренним и внешним, светом и тьмой, добром и злом. На этом уровне зло есть. В связи с этим ты должен обдумать одно дело. Намерение является тем, что почти всегда отличает доброе от злого. Например, кто-то может убить свинью, чтобы освободить ее от боли. Кто-то другой делает то же самое, но не для того, чтобы свинье помочь,
а единственно для того, чтобы ее съесть. Первый раз это действие – добро, второй раз – зло. Есть люди, у которых очень злые намерения. Поэтому пришли Рама и Кришна, чтобы мир спасти от них, и по этой причине приходили и приходят аватары в этом столетии. Но утверждение, что на высшем уровне существует только добро, дает тебе важное указание. Наблюдай свое направление, проверяй свои намерения, потому что тебя всегда ожидает конфронтация с последствиями твоих действий. Тебя будут очищать от негатива так долго, пока ты станешь таким ясным, таким светлым, что ты всегда мог бы оставаться там, где действительно есть только хорошее. На небе потому есть только доброе, что есть стражи, которые злое не пускают туда. Поэтому небо привязано к дуальности. И если ты со своей стороны зависишь от дуальности, доброе и злое остается в твоем царстве, пока благословение Бога тебя не освободит. Я пришел, чтобы вам показать дорогу к Богу. Эта дорога – дорога любви, поэтому она охватывает все живые существа. Кали-юга – эпоха власти. Сегодня проявляются многие формы власти. Войны – наиболее очевидная форма. Борьба, грабеж, убийство, изнасилование и ссоры, зависть, злонамеренность – это сегодня в порядке вещей. Для этой эпохи характерно есть много мяса. Есть мясо – это также насилие. Кто есть мясо, тот позволяет убивать. Ему полагается такая же карма, как скотобою. Есть также скрытые формы власти. Например, дружелюбие, которым маскируют глубоко спрятанную агрессию. Поэтому также кажущаяся святость есть форма власти, при помощи которой другим показывают: «Смотри, как далеко я продвинулся, а ты еще там, внизу». Есть еще одна власть, которая очень легко может подчинить практикующего в наше время. В поле своего внимания он удерживает единственно Бога, но смотрит сквозь и не замечает никого и ничего, что находится вокруг него. Это искажение реальности. Любить Бога и игнорировать своих ближних выглядит примерно так же, как если бы кто-то стоял перед королем и говорил ему самыми высокопарными словами, как сильно его уважает, и в то же самое время бил бы его палкой. Определенно, король недолго будет выслушивать такие восхваления. Поэтому обращай внимание на то, как другие на тебя реагируют. Ты не должен становиться от них зависимым, но ты не смеешь также их не замечать. Держись середины, выслушивай без личной заинтересованности. Смотри на своего ближнего, как на свое самое лучшее зеркало, не пытаясь получить его одобрение. Сделай себя свободным, постоянно имей в виду, что только любовь тебя делает истинно свободным. Без любви свобода – только видимость, а видимость всегда приводит к обязательствам и осложнениям. Твоя истинная природа, откровение «Я», по-другому – раскрытие божественности. А есть раскрытие эго, которое подают как откровение «Я». Это ошибочное откровение «Я» у всех на устах. Каков результат? Отношения уничтожены, семьи распадаются, общество находится на краю бездны. Но ловкие деятели проповедуют все еще так называемое откровение «Я»,
потому что они хорошо знают, чем можно повлиять на своих ближних, побуждая их к лени и угождая их стремлению увлекаться всем, что привлекает и пикантно. Берегись простых решений, берегись особенно тогда, если тебе также за них много денег нужно выложить. Они все дешевы, хотя стоят порядочных денег. Жизнь – недешевая вещь. Свою данную жизнь ты заработал многими и многими рождениями и смертями. Родиться человеком очень трудно, и уже только поэтому жизнь – исключительно большая ценность. Не останавливайся в своем развитии на том, что ты избегаешь испытаний, которые помогли бы тебе в дальнейшем пути. Не ищи решения, убегая. Обдумай, что тебе в себе надо поменять. Хочешь ли ты действительно достичь откровения «Я»? Спроси себя, готов ли ты за это что-то дать и сколько. И проверь себя, даешь ли ты действительно столько, сколько думаешь. Если ты на все это можешь ответить одним «да», спроси себя, что является тем, что ты даешь. Это самые лучшие ответы на вопрос об истинном откровении «Я». Когда я создал мир, я в то же время утвердил план его развития. У человека есть свободная воля, поэтому в определенных рамках он может поступать, как хочет. Из-за свободной воли людей мне снова и снова нужно менять реализацию моего плана. Мне надо приспособиться к обстоятельствам, которые они создают. Но цель остается неизменной. Ни одна душа не пропадет. Будь всегда уверен, что тебя спасут. Моя любовь к тебе несокрушима. Никакая мировая власть не может мне помешать стоять рядом с тобой. Ты благословлен с самого начала. В жизни все меняется. За бедами следует радость, за радостью – беды. Поэтому радуйся, если тебе из-за чего-то нужно прилагать усилия. Полученная радость от сделанного будет большой. Что легко попадает в руки, то быстро кончается. Что ты завоевываешь усилиями, то тебя долго радует. Способность выдержать – есть решающий добродетель, который нужно держаться каждому, кто ищет большой радости. Счастье, с одной стороны, мой подарок тебе, с другой стороны, оно всегда заработано. Если ты устал, думай о том, что мир абсолютно справедлив. Ни один не получает что-то, что он для себя не заработал в этой либо какой-то прошлой жизни. Вселенная – это ставшая материей справедливость, потому что это не может быть иначе. Никогда не работай только из-за денег. Кто работает только из-за денег, теряет свой внутренний мир, правду, праведность, любовь и на долгое время ненасилие. Даже если ты испытываешь самые большие трудности и тебе необходимо найти какую-то работу, чтобы обеспечить себе средства для жизни, не предпринимай никаких аморальных действий и не работай единственно из-за денег. Всегда старайся в своей работе разглядеть смысл.
ищи возможность ее охотно выполнить, потому что иначе ты себя потеряешь. Если ты можешь выбирать, ищи для себя занятия, в котором ты можешь сделать что-то полезное для общества, в котором и благодаря которому ты живешь. Работай не только в своей профессии, но также и над собой, чтобы то, что тебе нужно сделать, ты делал бы с большей радостью. Не смотри на плоды своей работы. Лучше представь, что Бог действует через тебя, что ты выполняешь Его работу тем, что служишь Ему и обществу, в котором живешь. Преподнеси Ему всю свою работу и проси Его тебя вести и принять результаты и плоды своей деятельности. В конце работы поблагодари Бога за Его руководство и Его милость. Будь уверен, если ты свою работу преподнесешь Богу, Он ее благословит и одарит тебя радостью и наполнением. Однажды у одной жены был ужасный муж, который не заботился о семье, бил жену, детей, пропивал большую часть своих доходов и свободное время проводил в дурном обществе. Жена была очень верующей. Она много просила Бога и делала все, что могла, чтобы своих детей вырастить в столь порядочных и надежных домах, как только возможно. Друзья этой жены дали ей совет расстаться со своим мужем. Они думали, что покончить с ужасом всегда лучше, чем терпеть ужас бесконечно. «Нет», — ответила жена, — «он мой муж. Бог мне его доверил. Он знает, почему. Может быть, я в предыдущей жизни была мужчиной и с ним обходилась так, как он теперь со мной. Я свою жизнь считаю учебным процессом. Если Бог допускает, что мой муж меня бьет, тогда уж Бог знает, почему. Я также и в дальнейшем буду выполнять свое задание, просить Бога, и терпеливо буду ожидать». Так и произошло, и она не колебалась в своей вере, что Бог ей поможет, когда время подойдет. Однажды муж снова шел домой из ресторана, улегся на дорогу, где его переехал автомобиль. Тяжело травмированный, он попал в больницу, в которой ему неделями пришлось лежать загипсованному и плотно забинтованному. Жена каждый день приходила его навестить и помогала, как только было возможно. Муж очень страдал. Этим реализовалась милость Бога, потому что муж изо дня в день все более видел, какая чудесная жена у него и с какой любовью она к нему относится. Его сердце открылось, и со слезами любви он попросил у нее прощения и обещал поменять свою жизнь в самых основах. Он выздоровел и сдержал свое обещание. Ты думаешь, это сказка? Ты заблуждаешься. Это и есть мной созданная, замеченная, желанная и продиктованная реальность. Полагайся на мою милость, потерпи. Проси то, что ты хотел бы достичь, и я сделаю все, чтобы это осуществилось. Это не сказка, это твоя реальность. На самом деле многое не таково, каким тебе кажется. Ты думаешь, что некоторые продукты тебе идут на пользу, но фактически они тебе вредят. Тебе кажется, что известного типа разговоры тебе доставляют радость, и поэтому они тебе полезны. А я знаю, что они тебе вредят. Похоже, и с твоим телом. Ты думаешь, что красивое тело – подарок. Меньше ты связываешь с ним обязанности, и еще меньше воспринимаешь его как обузу. Я полагаю, как раз наоборот. Красивое тело –
по крайней мере, обязанность, во многих случаях даже обуза, а вот не столь красивое тело – подарок. Почему я это утверждаю? Потому что я каждый день вижу, как многие люди запутываются из-за своих красивых тел. Красивым людям намного чаще свойственна заносчивость, холод, упрямство и эгоизм, нежели менее красивым. Особенно красивые женщины и видные мужчины намного чаще подвержены заблуждениям. Часто их замечают только из-за тела, а не из-за души. Это их опустошает, огорчает и делает сухими. Даже если тело было бы еще красивее, их душа остается ненаполненной и поэтому увядает. А что произойдет, когда они физически состарятся? Когда начинает исчезать то, что они рассматривали для себя как самое важное? Тогда часто бывает, что отчаяние грызет их душу. Менее красивые люди проходят сквозь этот процесс, когда у них еще есть много сил, и большая часть жизни еще впереди. Поэтому в преклонном возрасте у них есть капитал, к которому они могут вернуться. Думай о смерти. Думай о тленности своего тела и будь счастлив. Будь так счастлив, как будто только что спасся от большого несчастья. Будь счастлив, потому что опять все закончилось для тебя хорошо. Ведь это только заблуждение. Ты не умираешь. Ты не являешься телом. Каждый раз думай, что все, что ты видишь, слышишь и воспринимаешь, это как пища, это входит в тебя и влияет на тебя. Поэтому самым внимательным образом следи за тем, что в тебя входит. Не слушай никого, кто плохо говорит о других. Если ты это делаешь, ты становишься соучастником в его негативной карме. Уклоняйся от общения с теми, кто кощунствует на Бога, либо у которых нет никакого уважения к святым, к духовным учителям. Если ты находишься с ними и проводишь с ними вместе время, твоя судьба свяжется с их судьбами, и тебе это пойдет во зло. Оберегай себя от плохих фильмов, и особенно от таких, которые распространяют агрессию, грубость, безответственную сексуальность и аморальность. То, что ты видишь и слышишь годами, может оставаться в тебе и на тебя влиять. Смотри хорошее, слушай хорошее, ешь хорошее, занимай свой ум позитивными мыслями. Только тогда твоя жизнь расцветет так, как ты никогда не мог бы считать возможным. Так называемую козу Юдаса пастухи используют как вожака стада по дороге на скотобойню. Стадо остается там, а козу Юдаса освобождают, награждают и используют, чтобы она следующее стадо вела бы на смерть. Но однажды она становится старой. Что происходит дальше? Ее вознаградят тем, что также заколют, и какая-то младшая коза займет ее место. Что тебе надо уяснить из этого примера? Берегись плохого общества. Оно может тебе много чего обещать. Ты можешь получить много видимой пользы. Но можешь быть уверен, что однажды и тебя обманут. Кто других обманывает, обманет и тебя. Жульничество, так же, как и вранье, очень быстро становится привычкой, на которую уже не обращают внимания. Не доверяй никому, кто вредит другим. Являются ли жертвой люди или животные. Приложи все свои усилия, чтобы быть вместе с порядочными людьми.
лучше останься один, нежели в плохом обществе. Вначале это может быть трудно, но в конце концов хорошее общество тебе всегда отплатит добром, потому что твоя цель – абсолютное добро. Как тебе позитивно думать и обходиться без озабоченности? Разве у пессимистов не гораздо больше достижений, нежели у оптимистов? Кажется, что так оно и есть. Пессимисты действительно все еще правы. И если что-то не удается, они уже могут радоваться только потому, что из-за своих негативных предсказаний они оказались правы. И если все идет хорошо, они радуются, хотя предсказали неудачу, потому что, несмотря на все негативные предвидения, им, однако, от этого есть польза. А оптимисты кажутся глупцами. Если что-то идет не так, им приходится из-за этого пострадать и также подтвердить факт, что они ошиблись, потому что были уверены, что дело пойдет. Говоря другими словами, они очень рискуют. Если так смотреть, то надо спросить, почему нет большого количества пессимистов? Из-за того, что пессимизм противоречит логике жизни. Бог – абсолютный оптимист. Всегда истинно его утверждение, что все обратится в добро. В течение бесконечно долгого времени он наблюдает мировое развитие. И у него всегда правда. Мировое развитие происходит точно по его плану. Это значит, что заложенный в неосознанном ядре всех живых существ божественный план год от года, день ото дня, секунду за секундой будет развиваться все больше. Его блеск в связи с этим будет становиться все сильнее. И достижения оптимистов станут все большими. Для чего же нужно идти кривой дорогой, если сам Бог заботится о мире, лелеет и защищает его, как зеницу ока? Все обратится в добро. Это утверждает Бог. Прогони свой страх. Твоя сила и твоя удача скрываются в твоей вере и уверенности. Представь, что ты день проводишь рядом с Богом. Несмотря на все перемены, которые типичны для жизни, держись крепко за его руку. Полагайся на то, что он хочет тебе единственно самого лучшего, и ты почувствуешь его благословение в самой непосредственной близости. Жизнь развивалась медленно. Ты вырос за долгое время и за многие-многие жизни. Любовь Бога всегда бодрствует, чтоб ты не пропал. Терпение Бога обустроило тебе твое пространство. Как метко сказано, хорошее дело должно дождаться своего времени. Это космический закон. Чему-то стоящему надо созревать медленно, иногда с трудностями. Единственно Бог может создать и уничтожить одним движением руки. Ты должен получить милость Бога, чтобы так же быстро привести в порядок свою жизнь. До этого твой учитель – терпение, твое орудие труда – время. Будь осторожен, если кто-либо или что-то тебе обещает быстрое обустройство дел. Нет быстрых обустройств. Всему наступает свое время. Что ты в одном месте сэкономил, где-то в другом месте надо будет потратить. Всегда думай, что терпение должно быть сущностью твоих поступков. Терпение в жизни обуславливает почти все успехи. Терпение и знание, когда и как тебе нужно действовать, обуславливает твои достижения, проявляет твою дхарму, правильные поступки. Быстрое обустройство
хотят обойтись без терпения. А разве тем самым они не обходятся так же и без успехов? Поэтому не спеши со своими решениями. Если кто-то на тебя давит, то не доверяй ему. Кто знает, у него на уме не больше ли свои выгоды, а не твоей удачи. Быть осторожным и терпеливым не значит быть бездейственным. Наоборот, это означает прежде всего много действовать внутренне, но мало внешне. А после разрешения быть активным внешне и внутренне. Это значит внешне действовать, но все же оставаться в контакте со своим внутренним, потому что удаче помогает внутренний мир. В наше время есть много людей, которым присущи большие страхи и сильные сомнения в себе. Это связано с современной эпохой. В иные эпохи такие трудности не были известны. Этот недуг, так же как и почти все, излечим пониманием и любовью. Если ты кого-либо с его страхами и сомнениями в себе принимаешь всем сердцем, тогда он может тебе открыться, и это уже вызывает большую перемену. Любовь все решает в жизни. Не менее важно также и знание о том, что скрывается за чьими-то симптомами, потому что знание способствует росту, а вокруг роста вращается все в мире. Поэтому нужно знать, что за страхом и сомнением в себе скрывается проблема эго. Люди с такими трудностями очень сильно идентифицируют себя со своим эго и как компенсацию своего чувства неполноценности поднимают себя над другими, несмотря на то, что чувствуют себя очень маленькими и беспомощными. При этом они в исключительно большей степени зависимы от мнения других, что также исходит из эго. Если есть страх, это значит то, что они не доверяют Богу, поэтому стараются все сделать сами, что также позволяет эго раздуваться. Знания, которые я тебе здесь даю, никогда не используй, чтобы оценивать других, а единственно для того, чтобы самому учиться, чтобы другим помочь и осторожно их направлять на большее знание самих себя. Тогда тебе мое благословение обеспечено. В жизни любого человека бывают периоды, когда кажется, что он одержим несчастьями. Что бы он ни предпринимал, кажется, что все идет наперекосяк. Верь мне, для тех, кто находится на духовном пути, в результате не может быть никаких потерь. Что я тут говорю, выглядит преувеличенно и невероятно, но это чистая правда. Я для тебя все устраиваю так, что на твоей дороге нет препятствий. Но тут надо правильно понять, что я под этим понимаю. Я говорю о твоем духовном развитии, а ты думаешь о своих мирских достижениях. Твоя мирская дорога может не быть прямой. Всегда есть какие-то вторжения, неожиданности, что-то непредвиденное. Это правильно, потому что подъемы и падения тебя снова и снова ведут к контакту со своим внутренним. Но твой духовный путь может двигаться по прямой. Ты спрашиваешь, как достичь этого? Тем, что ты принимаешь, что для тебя происходит в этом мире. Уроки, которые тут преподают, ты понимаешь, осуществляешь. И те же самые ошибки уже больше не повторяешь. Прими это,
тогда твоя жизнь станет праздником, в котором каждое событие будет новой вершиной. Ты в это не веришь? Это твое право. Но ты можешь это проверить. Начало во всем имеет решающее значение. Началом ты задаешь направление всему целому. Древние греки говорили: начало – это уже половина дела. Поэтому уважай начало, потому что им начинается все целое. Начало в отношениях является решающим. Не поддавайся влиянию и не увлекайся опрометчивыми чувствами и решениями. Последствия их могут сказываться на тебе всю жизнь. Если ты познакомился с человеком, который тебя притягивает, тогда дай себе время. Много времени. Предайся молитвам и проси Бога, чтобы Он тебя вел, хранил и помогал поступать правильно. Он единственный знает твой жизненный путь. Он знает тоску твоего сердца. Он единственный может уберечь тебя от ошибок. Ищи тишину, и ты в себе найдешь его голос, который тебя ведет. Поэтому уже в детском возрасте надо вступить в непосредственный контакт с внутренним голосом, чтобы позже, в столь важном вопросе, как брак, найти правильное руководство. Многие люди из Европы, которые попадают в Индию, хватаются за голову, сталкиваясь с индийским транспортом. Все гудят, все неуправляемо мчится один мимо другого. Если навстречу едет автомобиль, то на скорости выезжают перед ним, либо просто поворачивают на перекрестке, не заботясь о правах другого сделать это первым, игнорируя предусмотренные правилами движения права других водителей. Поездка на такси по Бомбею, например, похожа на поездку по аду. И можно удивиться, что происходит мало несчастных случаев пропорционально тому, какой большой беспорядок царит в дорожном движении. Также немногие получают ранения, и очень редко случается, что водители бронят друг друга. Почему это так? Потому что все думают и чувствуют одинаково. Когда автомобилист в Индии хочет поспешно обогнать другого, он сигналит. Если впереди едущий водитель может просмотреть участок дороги и видит, что он свободен, тогда он машет рукой из окна. Если обгон затягивается, тормозит также и обгоняющий, и едущий навстречу. Все действуют вместе, все помогают один другому в кажущемся беспорядке. На Западе все регламентировано, все контролируется. А что происходит? Каждый соблюдает только свои права. Если он прав, а кто-то другой не прав, то этот последний огрызается. Какая бессердечность и грубость! Тысячам людей это стоит жизни и еще тысячам здоровья. Право сильного, право того, на чьей стороне закон – архаичное право. И потому у меня нет удивления по поводу того, что на дорогах Запада автомобилисты угрожают друг другу огнестрельным оружием. Хуже того, даже стреляют друг друга. От таких мыслей держись как можно дальше. Каждого участника движения рассматривай как своего брата, свою сестру, отца, мать. Встречай их с любовью. Это самое лучшее для твоей безопасности и для безопасности других, и значительно уменьшит количество несчастных случаев. А еще это самый лучший способ покончить с ужасной руганью, распространенной на многих дорогах мира.
преподнеси Богу каждую поездку. Проси Его сопроводить твою машину. Двигайся внимательно. Выезжай своевременно. Езди медленно. И ты живой и здоровый. Доедешь до цели. Молиться важнее всего для того, чтобы ты свое пребывание на земле мог использовать себе на пользу. Поэтому в молитве первично не то, что ты своей молитвой что-то получаешь, а то, что ты создаешь все более тесные взаимоотношения с Богом. Все мирские подарки, которые ты получаешь в результате молитвы, являются ничем иным, как наживкой, конфеты, чтобы ты пришел в контакт с силой молитвы. Этот контакт делится на 5 этапов. Сначала человек вообще не молится. Потом он молится в случаях надобности. В-третьих, он молится больше и больше за себя и за других, если это соответствует его интересам. В-четвертых, он молится за других также тогда, когда это ему не обещает никакой пользы. И, наконец, он просит только за других. Следующую за этим ступень нельзя назвать шестой, потому что тут уже не молятся, но силой своего совершенства могут напрямую разрешать и действовать. Молись. Это самое лучшее упражнение для того, чтобы развивать самые прекрасные нравы и достичь длительной близости к Богу. У вас много говорят о защите здоровья, о страховании здоровья. Честно говоря, я там не вижу много здоровья. Сама ваша система здравоохранения и философия, на которой она опирается, больна. Особенно ясно это видно по врачам. Многие врачи ведут себя так, как будто они являются смесью директора банка и убойщика. На первом месте для многих из них стоят деньги, престиж и достаточно много времени для развлечений или карьерного роста. Последними в этом ряду являются пациенты. О духе самопожертвования, служения ближнему, о любви по отношению к этим врачам почти что нельзя говорить. Как ужасно, что у таких людей есть право определять. И неудивительно, что они работают не в здравницах, а в больницах. Чего во многих западных государствах не хватает, так это любви. Особенно распространено представление, что любовь можно заменить выполненной работой. Это столь же ошибочно, как пробовать оживить умершего, любезно к нему обращаясь. Вместо того, чтобы любовь заменять обследование больного, врачам надо гораздо больше учиться тому, что болезнь – это недостаток любви. Больным людям нужна любовь, понимание и поддержка. Только тогда, когда они это получают, врачи действительно могут помочь своим пациентам. Им надо понимать, что заменять любовь техническими знаниями это то же самое, что строить автомобиль с двигателем, созданным в воображении, забыв про него. Без любви и без связи с Богом не может быть лечения, какими бы умными ни были бы технические средства. Это не лечение, это только трата времени. Врачам это надо было бы узнать. Чем раньше, тем лучше. Thank you.
Снова и снова я акцентирую, что тебе не нужно столь много желаний. Желание не идет тебе на пользу, потому что привязывает к этому миру и вместе с этим к смерти и перерождению. Закон таков: чем больше желаний, тем больше связей. Ты теперь задаешь вопрос, как поступить с желаниями, которые уже есть? Ответ: внимательно посмотри на себя, взвесь каждое желание и реши, неужели это так важно? Если ты находишься в контакте со своим внутренним голосом, спроси у него, соглашается ли он или нет с тем, что ты удовлетворишь то или иное желание. Проделай это с каждым желанием. Это тебе обязательно поможет. Если ты свой внутренний голос не слышишь или не слышишь столь ясно, что можешь на него полагаться, спроси водительство Бога. Сядь в укромном месте. Успокойся. Повторяй имя Бога. Жди ответа. В течение 20 минут ты его получишь. Всегда думай, что ты не один. Полагайся на то, что я тебе помогу. Это знание само по себе освободит тебя от подавленности. С ним ты станешь сильнее, и внешний мир уже не сможет на тебя так влиять. Это, в свою очередь, благоприятно повлияет на твой мир и тем самым поможет уменьшить твои желания. Потому что желания и покой не ладят вместе. Желания хотят, чтобы их наполнили. Это вызывает беспокойство. Не поддавайся подавленности. Ищи покой. Налаживай контакт со мной. И трудности, создаваемые желаниями, все больше будут разрешаться в твою пользу. Не сердись. По крайней мере, не так много. Решающая аналогия для тебя является такой. Мало гнева равняется много счастья. Гнев всегда создан тобою самим. Гнев появляется единственно из-за заблуждения. А заблуждение появляется таким образом, что ты обстоятельства оцениваешь неверно и в связи с этим лелеешь неверные надежды. Как часто ты о ком-либо думаешь? Это он определенно не сделает. Но он все-таки это делает. Или же ты думаешь, это он точно сделает, но он этого не делает. Желанное вызывает надежды. Разочарование в желанном порождает печаль и гнев. На всех людей поэтому всегда смотри, как на свое зеркало. То, что тебя в них раздражает, обычно есть также и в тебе. Или же ты совершаешь те же самые ошибки, или ты похож на этого другого в том смысле, что ты не можешь свои ошибки правильно оценить. Кто не может оценить других, тот сам себя не знает. Из-за чего сердится большинство людей? Из-за того, что они себя считают теми, кем они вообще не являются. Особенно, если кто-то на этом настаивает, он может многих довести до белого коленя. И почему? Потому что у многих людей есть трудности со знанием, кто они сами. Если ты на кого-то сердишься, сразу подумай, что ты от него чему-то можешь научиться. Ту энергию, которую ты тратишь на то, чтобы сердиться, используй, чтобы интенсивно исследовать, чему тебе надо учиться. Если так будешь поступать, тогда ты заметишь, что каждого, на кого бы ты мог сердиться, в конце концов, ты можешь отблагодарить за многие выводы, которые сделал только потому, что перед тобой именно это особенное зеркало было поставлено.
Сексуальность – тема этой эпохи. Сексуальность потому является такой большой проблемой, что ваше представление о ней неверно. Вы совершенно не осознаете ценность этой божественной энергии. Поэтому вы ее не уважаете. Кто не уважает сексуальность, тот губит себя надолго. Это может звучать пафосно, но это есть простая правда, которую вы неохотно хотите слышать. Позвольте мне вам сказать, в отношении к сексуальным делам у вас есть много внутренних комплексов, и ваш излишний сексуальный голод является ничем иным, как компенсацией. У вас есть внутренние комплексы, потому что столетиями, также из-за вашей кармы, многие плохие учителя и вожди вас уверили в том, что сексуальность – это что-то плохое. Сексуальность – это сильная божественная энергия, которой надо наслаждаться. Кто боится сексуальных чувств, тому чему-то нужно учиться. Чему надо научиться срочно, так это открывать свое сердце. Смена партнеров – ложный путь. Сексуальную жизнь надо жить с одним единственным партнером, которого идентифицирует с «я». Преподнеси его Богу, и ты будешь благословлен. Удовлетворение своего влечения полностью естественно, принимая, что тут вовлечено также воображение. Поэтому ты будь внимателен со своим воображением, чтобы оно тебя не связало с негативным, потому что из негативных мыслей легко могут появиться негативные действия. Будь верен также и в своем воображении. Живи с аксиомой. Один партнер, одно сердце, одна сексуальность. Тогда твоя сексуальность тебя так осчастливит, что в возрасте 60 лет ты от нее полностью сможешь отказаться, чтобы в себе освободить место для других энергий. Это звучит парадоксально, но это не так. Этим тебе многократно надо напоминать, что сексуальность не является целью, а только путем. В наши дни многие люди не принимают утверждения и даже сердятся, когда слышат, что Бог присутствует во всех их действиях. Они это воспринимают как вмешательство в свою интимную сферу или считают одной из старушечьих баек, чтобы их запугать. Они заблуждаются. Я вездесущий. Я вижу и слышу все. Даже самый ничтожный, в самом отдаленном месте этих миров не остается мной незамеченным. У вас полностью неверное представление о Боге. Его сила столь велика, что даже все сейчас находящиеся на Земле ученые вместе не могут это осознать. Я являюсь всемогущим, неограниченным правителем всех миров. Мною сказанное – это не только приказ, это действие, это творение. Но мое самое главное свойство – это моя любовь. Эта любовь с тобой всегда, везде. Из-за своей любви я присутствую везде. Моя любовь меня всегда ведет туда, где находишься ты. Мое всемогущество обуславливает то, что я тебя защищаю и веду везде, где только ты мне это разрешаешь. А упрек за вмешательство в твою интимную сферу мне ничего не может причинить, потому что все, что ты думаешь, говоришь, делаешь, мне полностью известно. Ты не должен забывать. От начала мира ты и я являемся одним.
Люди у себя спрашивают, в чем задача Бога, и ищут объяснение. Моя задача совсем легко описывается. Давать. Мне не надо ничего ни от людей, ни от мира. У меня нет ни одного желания. В полном смысле слова, я счастлив, потому что у меня нет желаний. Если бы у меня были какие-то трудности, они могли бы быть в том факте, что люди всегда хотят понять меня. Во мне нет ничего, что можно понять. Я – Ананда Сварупа, воплощенное блаженство. Приди ко мне, почувствуй мою близость. Позволь мне открыть твое сердце, и без единой мысли ты почувствуешь, кем я являюсь. Если у людей есть что-то их разоряющее, то это незнание. Ему присуща способность одним движением руки превратить в катастрофу самые лучшие идеи, самые красивые слова, самые удачные работы. Незнание – наихудший враг из всех, какие у человека могут быть. Это причина всех остальных наказаний – высокомерия, вражды, зависти, гордости, заносчивости, нечестности и тому подобного. Незнание раздувает твое неверное представление о себе. Оно убеждает тебя, что ты исключительно хитрый, рафинированный, превосходящий всех. Незнание считает ненужными добродетели, воздержанность, терпение, предусмотрительность, мудрость. Оно считает свойствами, которые, может, другим и могут пригодиться, но его самого они только задерживают. По этому признаку ты можешь это незнание узнать. Потому что оно тебя уговаривает бросить путь, который тебе эти важные добродетели показывают. Оно тебя уверяет, что ты превосходишь всех, и тебе не нужно руководствоваться ни с кем и ничем. Выгравируй крепко в своем уме, что всякий раз, когда ты соблазняем так думать, работает твой самый большой враг. Говори «нет» незнанию. Крепко держись на пути знания, тогда победа в любом случае будет твоей. Потому что где есть знание, другими словами, жажда знания, я могу тебе помочь. Что я желаю, то происходит. Нет такой власти, которая могла бы противостоять моей воле. Ни один не может против меня бороться и победить. Движением одной руки я могу заставить небо стать землей, а землю – небом. В моих руках вся вселенная. И все же у вас есть свободная воля. Но действительно свободна эта воля только тогда, когда вы хотите и делаете хорошее. Кто делает плохое, тот не свободен, а является рабом своих неверных желаний. Если ты делаешь хорошее из страха, что я или люди тебя осудят, тогда ты не свободен. Однако своими хорошими поступками ты для себя формируешь позитивную карму, которая тебе позволяет расти. А если ты делаешь хорошее из-за того, что твое сердце иначе не может, ты свободен, и мне исключительно близок. Ты свободен желать, выбирать и делать хорошее. Это тебя освободит от цепей, которые тебя привязывают к смерти и перерождению.
ты живешь с минимальной мощностью. К тебе можно отнести шутку о слоне, который считает себя мышью, и снова попадает в трудные ситуации, потому что хотя он чувствует себя мышью, но реальность заставляет его ощущать, что он слон. Ты не являешься мышью, ты не являешься также слоном, ты не являешься просто человеком. Ты свет, охватывающий все, что пронизывает всю Вселенную. Ты всемогущ, ты это знаешь. Ты – чистая любовь. Хватит себя ограничивать. Начни сейчас, в этот самый момент, этот свет в себе искать и находить. Не успокаивайся, пока ты его не нашел. Все трудности принимай с терпением, потому что они существуют для того, чтобы тебя укрепить, чтобы ты мог стать более выносливым и все более стабилизироваться в своем первоначальном виде. Не удивляйся многим чудесам, которые делают святые и аватары, и перестань считать их необъяснимыми. Ты сам – самое большое чудо, потому что ты также эти чудеса можешь делать. Единственное чудо сегодня, наверное, является тем, что ты их не делаешь. Но почему? Начни с того, что несколько раз в день, и лучше всего вслух, говори: «Я – свет Вселенной, я есть всезнающая сила, я – всеохватывающая любовь». Повторяй эти предложения снова и снова, и ты заметишь, что ты достигаешь того, к чему ты принадлежишь, своего первоначала, своего истинного бытия. Не спеши. Я создал тезис: поспешность рождает потери, потери доставляют хлопоты. Не спеши и все делай в свое время. Кто спешит, тот неверно распределил свое время. Я никогда не спешу и всегда делаю все, что задумал. Я даже мог бы сделать еще больше. Но оценивая эффективность, это было бы гораздо меньше. Этим я хочу сказать, что во многих делах я долго ожидаю, пока подходит нужный момент, и только тогда действую. Так я достигаю гораздо большего с меньшими расходами. Кто спешит, тот нетерпелив. Кто нетерпелив, тот не может соблюдать покой. Покой его пугает. Поэтому он перегружает жизнь так сильно, что только с высунутым языком может все успеть. И определенно не достигает покоя. Тот, кто так живет, растрачивает бесконечно много времени и энергии, а главное, у него нет никаких шансов развиваться. Поэтому ему в первую очередь нужно достичь покоя. Болезнь в таком случае – пригодное вспомогательное средство. Если ты привязан к кровати и из-за слабости едва можешь двигаться, это твоя первая возможность заметить источник покоя в себе. Это поставит тебя перед тем, чего ты всегда хотел избежать. Сначала ты к этому относишься с неудовольствием и отрицанием. Но рано или поздно необходимость тебя научит, что нет иного пути, кроме отказа от поспешности и обращения вовнутрь себя, потому что все остальное является ничем иным, как борьбой с тенями, в которой ты себя растрачиваешь и которая тебе не дает ничего, если не считать громкого шума.
за эти месяцы, пока я тебя день за днем сопровождаю с помощью этой книги, я акцентирую, что твое духовное развитие – это весь смысл твоей земной жизни. Потому что твоя духовность обуславливает то, есть ли смысл в твоей жизни или его нет. Если ты живешь только для того, чтобы удовлетворить свои мирские потребности, если все твои цели и задачи существуют только в твоих мирских делах, тогда ты свою жизнь растрачиваешь. Ты запутался в мае во внешнем мире, и она тебя поглотила. Вряд ли ты можешь сказать, что она тебе поддается, если вообще можешь объяснить, кем ты являешься и что является твоей судьбой. И даже если ты идешь духовным путем, пока ты еще не вырвался из когтей Майи, она подстерегает тебя во всех сферах и на каждом шагу в твоем развитии, и опасность падения остается большой. Поэтому ищи для себя стойкого и опытного проводника, который тебя надежно проведет, потому что он эту дорогу сам шел и проверял. Если ты не находишь такого, обращайся к самому Богу и проси Его руководства. Он обязательно тебя проводит. Он же много раз обещал это во всех священных книгах. Если ты нашел проводника, тогда проверь его, исследуй его. Подобно тому, как Вивекананда проверил своего учителя Рамакришну Парамахамсу. Он хотел узнать, правда ли, что Рамакришна аллергически реагирует на деньги, и поэтому положил ему под матрас монету на ночь. Рамакришна не мог спать и был совсем разбитым. Когда выяснилось, что Вивекананда хотел его проверить, Рамакришна не рассердился, а обрадовался. Хорошему ученику своего учителя прежде всего надо проверить, и если он решил, тогда ему нужно слушаться указаний своего учителя. Ученик не смеет переступать через учителя тем, что сам будет решать, чему следовать ему и чему не следовать. Для чего ему учитель, если он сам все знает лучше? И как в таких обстоятельствах учитель мог бы защититься от проделок эго своего ученика? Послушание, полная покорности, достаточность, то есть самая хорошая защита в духовном пути. Самый важный вопрос для всех людей иногда звучит так: как может быть вездесущим Бог, который всегда со мной, если я чувствую себя таким беспомощным и одиноким? Вопрос неверно поставлен. Наоборот, как может быть, что есть вездесущий Бог, который всегда со мной, а я это не чувствую? Подумай, в каждом вопросе есть ответ. Свой первый вопрос ты поставил головой, поэтому ты не можешь получить удовлетворительный ответ. Вопрос не в том, есть ли Бог или нет, а почему ты его не чувствуешь? Почему ты не удивляешься, что ты его не чувствуешь? Если ты вопрос ставишь неверно, ты перекладываешь ответственность на Бога. Но Бог действительно не виноват. Ты строишь стену между собой и им, которая стоит столь долго, пока ты не почувствуешь, что твоя точка зрения неверна. Тогда ты замечаешь, что ты творец своей судьбы, и что у тебя есть все те возможности, из-за которых ты завидовал другим. Поэтому я говорю, берегись зависти, то есть рассматривай ее как доказательство того, что ты еще не знаешь, какова твоя истинная ценность. Не видеть свою ценность значит терять время. Не знать свою ценность есть та стена, на которую ты постоянно натыкаешься. И это ответ на вопрос в начале. Ты не являешься одиноким. Ты сам делаешь
себя отшельником. Если ты делаешь один шаг мне навстречу, я делаю сотню шагов в твою сторону. Это глубокая истина, у которой есть многие проявления. Например, такое, что Бог заботится о пользе для людей, всегда готов идти им навстречу. Но это предложение говорит также и о свободе, которую Бог дает людям. Человеку в соответствии со своей свободной волей надо показать, что он готов на контакт с Богом сознательно. Если он этого не делает, Бог остается для него незаметным. Здесь становится виден новый слой. Господь никогда не выходит на передний план. Бог держится в стороне, и поэтому каждый может его не заметить. Это как в фильме. Прежде всего видят актеров. Они обуславливают фабулу. Некоторые свои роли играют так хорошо, что наивные зрители думают, они действительно те персонажи, которых они играют. Если какой-то актер, например, играет врача, тогда они ему пишут и просят поставить диагноз или дать рецепт для лечения. Но большинство зрителей знает, что то, что они видят, это всего лишь игра. Очень немногие интересуются режиссером. Они знают, что актеры во многих случаях – творение режиссера. Если сказанное отнести к Богу и человеку, тогда значение его таково. Бог – режиссер, которому в связи с его задачей надо оставаться на заднем плане. Твое отношение к нему проявляется таким образом, как далеко ты его действия признаешь. Многие жизни ты можешь верить, что актеры – реальные персонажи, и так ты их будешь встречать. Но однажды из-за какого-то случая проснется твой интерес, и ты захочешь посмотреть за кулисы. И это будет тот момент, когда Бог идет тебе навстречу.